По-моему, весь видос будет о том, как я хожу и собираю светящиеся шарики. Ну и чё, мне нравится. Вон фиолетовый шарик. О, зеленый шарик прямо возле меня упал. Где ты, шарик? Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Вот это я присел. Смешно было. Всем привет! Мы находимся в симуляторе Титана, и все, что я сейчас здесь делаю, это просто убегаю. Нифига себе! Вот это рептилоид, вы посмотрите, какой он! Какой-то робот-рептилия! Офигеть! Я таким же хочу быть! Потише, потише, дружище, не надо меня топтать! О, бедолага! Смотрите, там сейчас Титан затопчет вот этого мальца! Да. Кругом одни Титаны! Я есть самый мелкий! Но я самый истинный Титан. Да, я самый истинный Титан. А это все фальши. Это все фальши вокруг меня. Так что я сейчас прокачаюсь и покажу, кто здесь батька. Только мне бы еще прокачаться. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть стомп. Это то есть топтать. Вот, видали, да, какой у меня взрыв? Я хоть и маленький, но могу бомбить нормально. О, да. И есть возможность удара. Вот так вот. Когда мы кого-то бьем, ну или просто... руками вот так вот машем, мы прокачиваем свою силу. И чем больше мы так будем делать, тем быстрее мы вырастем. Но сперва я хочу посмотреть, что это за светящиеся вот такие вот шарики. Так что бежим до них. О, шарик, шарик. Я как муха на светящую лампочку прибежал. Что ты мне дашь? Плюс 5 к силе. О, нифига себе. Или это минус был? Почему-то плюс 5 красным загорелось. Ну-ка, давайте еще раз подберем. Плюс 5. Хм. А здесь ничего не прокачивается в силе. Тоже плюс 5. Странно, странно. Ну ладно, давайте помашем ручками. О, нифига себе. Короче, ребят, смотрите, как это работает. О, красный упал. Красный шарик. Надо красный подобрать. Смотрите, берем шарик. Плюс 5. Там где-то красный. Сейчас я в кусты сбегу, подождите. Где там? Где там красный был? Кусты. Где красный был? Не вижу нифига. Ладно, пойдемте синий возьмем. Вот тот голубой, точнее. Голубой возьмем. Как они далеко все валяются. Голубенький, иди сюда. Опачки, плюс 5. Смотрите, вот у меня 29 было, да? Сейчас я ударю. Хопочки, и за ракет. И я эволюционировал, у меня новый костюмчик. Ой, кажется, за мной бегут. Надо отсюда валить. Зато у меня крутой плащик появился. Я прям какой-то этот вампир. А, нет, это всадник без головы. Это же костюм всадника без головы, блин. Крутяк. Так, еще подбираем плюс 5. Чуваки, хорош за мной бегать. Там какой-то маньяк и рыцарь за мной бежит. Ух ты, сколько здесь, сколько надо это все собирать. Все это собирать. Нафиг, не хочу махать руками, я очень ленивый. Мои дряхлые руки уже не способны очень много махать, поэтому я буду собирать шарики. Смотрите, я насобирал уже несколько шариков. У меня как было 40, так и есть 40. Сейчас я ударю, и у меня будет, ну, где-то примерно 60-70. Опачки, 61. Ха! Как я быстро качаюсь. Где еще шарики? А я могу бегать и бить. Да, я могу бегать и бить. И одновременно собирать шарики. Ну что ж, пошла. Ух ты, нифига себе какой там, смотрите. Огромный титан. Вот тут огромный, и вон там на горе огромный. Короче, кругом титаны. О, кстати, у меня новый костюмчик. Я теперь в костюме рыцаря, точнее у меня доспехи рыцаря. А мои камуфляжные штаны так и остались. Плюс у меня огромные здоровые сапоги, и за мной опять снова бегут. Меня хотят прибить. Нет, ребятушки, нифига, вы меня не догоните. Я-то мелкий, я шустрее. Смотрите, я сейчас в кусты спрячусь. Хопочки, меня не видно. Нафига там видят они меня? Ладно, я валю отсюда. Дружище, не затоп... А, нет, он топчет. Я видел там у тебя... Ух ты, шарик пролетел. Я видел у этого гиганта на ногах, на подошве был какой-то человек. Так что я к нему не побегу. О, нифига себе там бомбит. Розовый-розовый шарик. Иди сюда. А, я забываю бить. Давайте бить и бегать. Бить и бегать нужно. Так, это кто? Дружище, ты зачем спустился с гор? А, нет. Тот горный... Вы посмотрите на этого горного титана. Какая у него шикарная шляпа. У него же это, газетная пилотка. Я такие в детстве собирал. Ну, как собирал? Из газетки собирал, а не коллекционировал. Мало ли вы подумали, что я пилотки коллекционировал. Мало ли вы подумали, что я такие пилотки бумажные коллекционировал. Так, бежим и собираем дальше наши светящиеся шарики. Шарики, шарики. О, 137. Да я могу, о, красные доспехи. Смотрите, какие у меня
крутые кастеты теперь на руках появились. Я прям мощь. Да и смотрите, как я стою такой, торс назад откинул. Да, ну типа попробуй ко мне подойди, я тебя сейчас тут как умотаю. Ладно, пойдемте поднимемся. Так, подождите. Продолжаем бить и поднимаемся. Это усложняет нашу тренировку. Ух ты ж, нифига себе, смотрите. Что я нашел? Да здесь огромный бассейн, в котором куча всяких светящих шариков. Так, идем собирать туда. В принципе, в этом плейсе все, что нужно делать, это ходить и махать руками. Делать вид, что ты нереально крутой титан и всем давать люлей. Вот, в принципе, и все. О, да вы посмотрите, как я круто плаваю. Прям какой-то дельфинчик. Или это на гусеницу похоже. Ну, вообще, волной. Волной. Как это в брейкдансе называется? Волна. Подожди, да... Как мне запрыгнуть-то сюда? А, кусты фальшивые. Никак не запрыгнуть. Ладно. А может, это тина была? Неважно, короче, я не запрыгнул. Ладно, продолжаем волной плыть. Змейкой, волной, гусеницей. Короче, кому как интересно. Как и нравится, так и называем. Кач, кач, кач. Качаемся, качаемся. Титаны здесь бомбят. О, там прикольный, кстати, вон, смотрите, титан бегает, у него на голове какой-то динозаврик надет. Вы там, если знаете, что это за динозаврик, пишите мне в комментариях, потому что я старый динозавр, и я уже много чего не помню и не знаю. Склероз там, все дела. Все забывается. Ух ты, какой! Какой у меня костюмчик, блин! Эта игра мне нравится только за то, что у меня крутые костюмы. И крутая походка. Вы посмотрите, этот титан вылазит из-под земли, как земляной голем. Во-во-во, прилежит... О-хо-хо! Прибежала пилоточка. Прибежал этот чувачок в бумажной пилотке и просто раскидал здесь всех. А я-то чё? Я ничего, я тут просто подбираю, хожу. Вот эти световые шарики. Точнее, светящиеся шарики. Можно сказать, что я этот, типа дворник. Я здесь подметаю арену, чтобы титанам было удобно драться. Да не, чё я несу вообще? Я же истинный титан! Я сейчас подрасту и всех тут покажу. Костину мать. Вы только посмотрите на меня, как я быстро мотаю руками. Хоп, хоп, хоп. Слушайте, да мне нужно фитнес-тренером идти. О, шарик, светящийся шарик. Приманочка, приманочка. Бежим, собрали все. Продолжаем. Здесь вот снизу слева написано, сколько нужно набрать очей, чтобы перейти на новый этап эволюции. На данный момент мне нужно набрать 350. А у меня 324. Сейчас быстренько 350 наберем. 350! О, какой я жирный. Да... Разнесло мои бока. Вот что значит есть фастфуд. По-моему, весь видос будет о том, как я хожу и собираю светящиеся шарики. Ну и чё, мне нравится. Вон фиолетовый шарик. О, зеленый шарик, прям возле меня упал. Где ты, шарик, иди сюда. Еее. Главное, чтобы вот этот вот титан ко мне сюда не пришел. И не отобрал у меня мои светящиеся шарики. О, качнулся. О, он стал динозавром. Круто. Это ж сколько ты накачал силы, чтобы стать таким. Блин, ну-ка давайте посмотрим. Как у тебя ник? Дружище, как у тебя ник? Короче, тут у всех по десяточке. Наверное, у тебя десяточка, да? Я ник твой не вижу. Сейчас я подойду, на меня бомбанет. Ой, не-не-не-не! Кажется, я сел на шпагат. О, да я балерина! Тра-та-та-тра-та-та. Чувак, можно я у тебя на голове посижу? Топчем чувака! Топчем его! Топ-та... Ой, кажется, сейчас еще и меня затопчат. Я между ног у какого-то чувака. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой. Вот это я присел. Смешно было. О, теперь я прям вообще весь в доспехах. Слушайте, дай-ка я тоже топну. А то тут что-то все пылят. Хлыбыщ! Не, ну-ка... Да, вот мне показали, как нужно по-настоящему топать. Так что я здесь не удел. Не-не-не, чувак, подожди, дай я шарики соберу и... У-у, топнул и улетел. Красавчик. Сейчас я превращусь в новый... Да, вот это костюмчик, хо-хо-хо, 750 силы, и я теперь какой-то лавовый Дракула, у меня даже крылышки есть, вон, смотрите, ну это же круто, да, вот слушайте, в эту игру можно играть только ради костюмов и того, что же тебя ждет дальше, какой навороченный костюм тебе дадут на новом этапе эволюции, ну и, конечно же, рост, опачки, а там вон гость, смотрите-ка, гостик, иди сюда, гостик, привет, ух ты, ты меня бьешь? Держи! Отхвати мою пяточку! Занюхни! Ой, кажется, сейчас я чью-то другую пятку занюхну. Дружище! Все, гостя мы растоптали и убежали от этого фиолетового. Походу, ему было не до нас. Эй, динозаврик, слабо тебе меня растоптать. Ну давай, попробуй, попробуй. О, нифига себе, ты как телепортнулся. Как ты бегаешь. Эй, чувак, ну давай, пробни, пробни. Давай я тебе топну. Вот так вот, на!
Мне кажется, он не хочет меня топтать. Ему вообще по барабану. Смотрите, у него там сзади маленький такой зелененький плащик есть. Мимимишка. Эй, ниндзя! Покажи свою ниндзюцу. Опачки. Опс. О, какие у меня ледяные сосули-то на плечах, а? Круто. О, ниндзя. Здорово, иди сюда. Ниндзя, давай мы с тобой подеремся. Несмотря на то, что ты больше меня, я хочу с тобой спарринг. Ой, больно, я пошутил. Все, я болю. Оу! Все, ладно, я спать. Давай, до свидания. Эй, киборг. Здорово. Не-не-не, я знаю, что ты хочешь. Нет. Ой. Не-не-не, дружище, ну зачем, а? Дружище! Спасибо, конечно. Я давно думал отправиться на пенсию. Ты мне в этом помог. Я ледяной король. Все должны мне подчиняться. Вон тот типок. Вроде бы мой ровесник. Пойдем-ка с ним сейчас поговорим. Примкнет ли он ко мне? И служить мне будет или нет? Сейчас мы с ним поговорим. Эй, чувак. На. Я как бы с тобой хотел поговорить, но как-то не вышло. Я просто всегда махаю рукой, поэтому извиняй. Пойдемте дальше махать. Красный шарик. Опачки. О, я такого шарика еще не видел. Надо бы его подобрать. Такой темненький. Не такой светящийся, как и все остальные. А, ничего особенного. Опять робот из-под земли вылез. Не-не-не-не. А, какую я крутой пируэт-то сделал, а? Еще и руку так, к небесам. Типа, сберите меня. Эй, динозавры, у вас тут что, типа пати? Упс, минус один динозаврик. Походу, охотник на динозавров прибежал. Чувак, щемись. Опа. О, у меня новые доспехи. Шикардос. Ну-ка давай, чуваки, спарринг, бой. Я пошел за чипсами. Эй, динозаврик улетел. Да, дружище, тебе не повезло. Не с кем подраться. Но я тебе как бы... О, пухляш. Куда пухляш делся? Хотел его давануть. Ну ладно. Ну что, ребятки, небольшой перекурчик сейчас устроим. Я пойду чаек попью. Ну а с вас лайк, подписочка, кто еще не подписан, и комментарий. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки и до новой серии.